Подожди, два куба? Вот этот куб не мой, мой вон тот. Давай попробуем в него пульнуть. Вот так-то. Дверка открылась. Синий чувак. Синий чувачок, куда ты бежишь? Это тот чувак, который стоял на воротах. А куда он делся? Чувак, ты закопался под землю? Черт подери, какой он шустрый оказался. Чувак, ты не видел синего чувака, который убежал куда-то непонятно куда? Я включу эту штуку, если ты уничтожишь все деревянные надгробия в этой области. Ха-ха, у меня как раз есть возможность уничтожать деревянные надгробия. Ладно, давай поищем деревянные надгробия. Я так считаю, что они где-то должны быть спрятаны. Ну хотя, вот первый, на видном месте. Оу. По пиле вроде бы есть возможность забраться наверх. Дай попробуем. Может, у меня это получится? Это, конечно, будет больно. Очень острая пила. Не, нифига, по пиле невозможно забраться, ты соскальзываешь. Я думаю, что взобраться нужно вон оттуда, вот так вот, туда и сюда, и прыгаешь вон туда, потом вот так вот, и вот туда. Все логично, пойдем попробуем. Как бы туда попасть? И там, кстати, крестик, который мне нужно уничтожить. Ладно, пока эту затею давай бросим, продолжим исследовать эту территорию. Вижу сундучок вон там наверху. За шестеренкой спряталась надгробие. Смотри-ка. Звездочки. Я такие звездочки уже видел. В нашей деревне. Там стоял дом, где нужно было 80 таких звездочек. Что это за звездочки? Вопрос на миллион. Я пока не разобрался. Надгробие еще одно. Смотри-ка, там есть пещерка. Пойдем-ка глянем, что там у нас спрятано. Пролазю. Сундучок, ну конечно же. Сколько денег и... я их не могу взять. Дошли до какого-то странно любопытного строения. Здесь у нас есть две кнопки, еще и замок вдобавок. Там явно что-то очень важное скрыто. А, ну конечно же, синий кристалл. Он там. Фу, бычки. Чё в детской песочнице делают бычки? Офигеть. Ты посмотри, что наверху. Кости. Я до этого момента вообще не обращал внимания, что там огромный скелет над моей головой. Ну что, я снес все возможные надгробия, которые видел. Давай подойдем к чуваку. Я включу эту штуку. Нет, видимо, не все снес. Значит, заходим в деревню. Поговорим со здешними людьми. Тыквы? Хей! Что ты нам расскажешь, дружище? Я разработал новый рецепт. Вода и одно красное семечко. Положи их в мою машину, она в пещере. А семена ты найдешь позади магазина. Офигенный рецепт, вода и красные семечки. Значит, бежим домой к этому горе-фермеру, который разработал странный рецепт. Магазин! Давай деньги, говорит этот чувак. Давай у него купим, знаешь что? Пушка критический урон, покупаем, тратим денежки. Меч шанс крита 5%, берем. Крутометр, покупаем. Покажите миру свою крутость. Каждый открытый сундук и купленный предмет делают вас еще круче. О, смотри, у меня звездочки появились. Мне нужен был крутометр, чтобы эти звездочки появились. Вон оно чего. Увеличим наш мешочек. Ну и конечно же, купим максимум здоровья. Ну вот, собственно, и все. У меня еще деньги остались. Давай я что-нибудь еще куплю. Вытаскивай товары, давай. Красный молебущик. Смотри-ка, он еще и деньги просит. Ты офигел? Товары выкладывай. Все скупил, ничего не осталось. А я думал, что это дом фермера, если честно. Так, поскольку у нас 39 звездочек, а здесь нужно 23, мы можем открыть вот эту штуку. Ну-ка. Сработало! У нас здесь датчик-передатчик, а нет, это световые приборы какие-то. Офигеть, мы в погребе. О, сундучок. Ой, сколько монет высыпалось. Что у нас в этом погребе есть? Водичка. Сейчас мы наберем водички, значит, не работает. Водичка не работает. Нам нужно сюда, видимо, притащить воды. Смотри, там есть проход, но он почему-то запечатан стальными перегородками. Смотри, прикол. Бежал и случайно ударился об дерево. Я могу листву стряхивать. Просто бьешься об дерево, и листва падает. Только собрать я ее не могу. Ладно, мы искали источник воды. Труба. Губка. А здесь что в бочке у нас? Бочки можно открыть. Открываем, значит, бочечку. Там у нас... Это что, игрушки? А, это семена. Смотри-ка, вот красное семя, про которое нам говорили. Но нам сказали одно семя, поэтому вот оно, одно семя. Сейчас мы его принесем нашему фермеру.
Вот тебе семечко, пожалуйста. А воду нам нужно, видимо, сейчас включить. Так, где вода пошла? Во-во-во, смотри, забрызгало там все как. А семечко? Что с семечком? Семечко село, и проросли красные цветочки. Да давай все семена просто вот туда закинем, и все. Все, все семечки я выкинул туда. Значит, включаем воду. Так. Все это дело заливай. О, цветочки прорастают, смотри как. Чудеса. Слушай, а что если мы туда еще губки закинем? Две губочки мы закинули, сейчас мы их польем водичкой. Губки намочились. Теперь мы попробуем их донести до нашей бочки, которая внизу. Кидаем в бочечку. Вот так. Надеюсь, что семечки респавнились, иначе это будет... Да, они респавнились! Я думал, что мне капец будет сейчас. Значит, закидываем семечку вот сюда. Тихо. Вот так. Включаем кнопку. О, красная вода. Давай, выпьем ее. Воу-воу-воу. Удваивает здоровье. Исцеляющие фрукты теперь восстанавливают 20 здоровья вместо 10. Я теперь стал здоровяком. А давай попробуем другие семечки тоже закинуть сюда. Посмотрим, какой эффект у них. Давай попробуем желтенькое. Не, желтенькое вообще ничего не дает. Просто белая вода. Кидаем белое. И белое тоже ничего не дало. Простая водичка. Пойдем, в общем, к фермеру. Скажем ему спасибо за этот шикарнейший рецепт. Спасибо тебе, дорогой. Прекрасно! Теперь все исцеляющие фрукты будут давать тебе больше энергии. Спасибо тебе, чувак, за этот рецепт шикарнейший. Кстати, вон там смотри, какие звуковые волны. Пойдем поднимемся, посмотрим, что это за штука. Ага, это антенна, которая посылает сигналы. Я так полагаю, вон к той левитирующей платформе. А чувачок что нам скажет? Эта дверь приведет тебя к синему кристаллу, тебе нужно идти туда. Спасибо, чувак, но я сперва хочу разобраться с платформами и вот с этими кубами. Значит, сбиваем вот эти кубы. Нажимаем на эту кнопочку. Платформа летит. Давай назад! Кати меня сюда. Ух ты, что это за фигня? А, это ключик. Берем ключик, который нам нужен для открытия вон той двери. Ну, в принципе, все, мы можем открыть вот этот замочек. И видим перед собой еще одни ворота. Какую кнопку надо нажать, чтобы они открылись? Не эту, значит вот эту. Открылись какие-то не те ворота. Блин, а эта кнопка от моего веса не открывается. Может сюда куб поставить? Ага, вон оно что. Я понял. Значит, мы встаем вот сюда. Нажимаем на зеленую кнопку. Ворота закрылись. Колдуем здесь куб. Нажимаем. Ага, как любопытно. Пока я держу кнопку, ворота открыты. Я ее отпускаю, ворота закрываются. Значит так, мы сейчас нажимаем кнопочку и пытаемся быстренько накастовать кубик вон тут. Есть, сработало! А что, если я заменю куб? Давай попробуем вот так. Встаем. Хе, получилось! Колдуем куб здесь. И попробуем просто пулять, чтобы он докатился туда. Есть, сработало! Ништяк! Воу-воу-воу-воу, мы пробрались! Чё-чё-чё, монеточки какие-то? Воу! Вот это здесь построечка, я тебе могу сказать. Внизу батут, левитирующая платформа, антенна, которая подает сигнал. Давай нажмем. Платформа катилась туда. Ну ладно, пусть она там будет. Мы можем с тобой, значит... Ха-ха-ха, ты не сможешь здесь пройти. Да кто тебе сказал? Я сейчас тебя вот так вот кубиком. Понял? Это, кстати, тот стражник, который скрылся от меня. Ладно. Значит, что мы делаем? Мы спускаемся вниз. Вон там платформа, а там красный чувак. Чувак, ты мне как-нибудь поможешь или нет? Ладно, возвращаемся наверх. Видишь этот столбик? Давай накастуем туда кубик. А, он не достает. А если мы сделаем вот так... Теперь вот так. Вот так накастовался, отлично. Нажимаем кнопочку. Кубик помешал платформе. Шикарно. Весь прикол, если я сейчас уберу куб, платформа уедет без меня, потому что здесь стенка, и она мне мешает. А что если мы вот сюда запрыгнем? Здесь был чувачок. А, вон как мы можем сделать, смотри-ка. Точно! Мы убираем куб, платформа выезжает, мы запрыгиваем на нее.
Чувак, а ты что скажешь? Если бы ты мог как-нибудь остановить эту платформу прямо посередине. Спасибо, мэн. Я, в принципе, уже это сделал. Значит так, кидаем куб. Платформа, ты где? А чё она не поехала-то? Платформа уехала. Давай попробуем наоборот. Ставим куб. И зовем платформу обратно. Врезалась. Угу, часть платформы торчит здесь. Значит, запрыгиваем на нее. Ха! Упс! Убежал синенький чувачок. Испугался. Ах ты, сыкуха. А ну иди сюда. Куда ты делся? Куда ты убежал? Кажется, он свалил через трубу. Я тебя догоню! Пупсик. Воу! Куда это я пришел? Как он здесь мог скрыться, если здесь кругом красный? Эй! Помоги мне попасть в часовню, и я открою для тебя ту большую дверь. Ты он про ту говоришь? Или он про ту? Значит, тебе нужно попасть в часовню, я понял. А здесь ребята преклоняются нашему богу. Богу-ребенку. Мистер Чудо, сын его. А ты что скажешь? Они в этом своем Синевилле думают, что мистер Чудо был синим. Конечно же, он был красным. Они спорят, какого цвета был ребенок. Кстати, вон он, ребенок, смотри. Вон он, наблюдает за нами. Но он точно не красного и не синего цвета. Кстати, он, по-моему, мотает голову. Он словно наблюдает за мной, что я делаю. Да, ты глянь. Или мне кажется. Наверное, это иллюзии. Я просто хочу, чтобы он меня заметил. О, магазинчик. Что мы можем прикупить здесь? Любишь выцветший хлам? Не только бесполезно, но еще и выцветшее. Покупай. Пушка, шанс крита, урон плюс 5. Покупаем. Также здесь есть какой-то брусочек, камушек, обруч, еще один камень. И что мне с этим делать, если я вот, например, возьму у тебя вот эту штуку? Я ее просто взял, я ее не купил. Подожди. Я просто это беру. Нифига себе. Я это даже могу не покупать, просто беру даром. Ну ладно, спасибо. Видимо, мне это понадобится для квеста. Я понял. О, смотри, какой бизнесмен стоит. Это наша новая кристальная машина. Какая? Где? Кого? Ты вот про эту трубу говоришь? Или что? Или как? Здесь какой-то чувачок в шляпе стоит. Мы просто кладем цветы в эту трубу, чтобы получить белый цвет. Эта штука может высасывать цвет почти из чего угодно. Да ладно тебе. Вот сюда они кладут. А если я туда положу самого себя? Нет, самого себя не получится. Я понял. Давай, например, положим туда цветочек. Вот так. Какой дымок. Привет, ребят. Если ты уверен, что всем управляет гигантский ребенок, то почему мы не можем его видеть? А ты чего вот ответишь? Я знаю, что он существует, потому что если бы его не было, мы бы тут не стояли. Вот. Ну, в принципе, да, я думаю, что вот этот тип прав. Привет. Итак, вроде бы в этой деревне мы обошли всех. Пока здесь безопасно, предлагаю тебе устроить привал и передохнуть. Если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайкос, а также комментос под видос. И подписочка, если ты еще не подписан на канал, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Тебе спасибо за просмотр, удачки и увидимся в новом видео. Покеда!